Сейчас мы находимся на выставке Андрея Есионова, академика российской и академика Флорентийской академии художеств. Это выставка персональная, выставка, на которой представлены и живописные работы, и графические произведения мастера. Почему выставка называется «Портрет художника»? Это не портрет, написанный его коллегой, а это портрет, созданный воображением. Андрей окончил Ташкентский театральный художественный институт имени Островского, великого русского драматурга. Он, как большинство больших настоящих художников, никогда не останавливается на достигнутом. Он ставит перед собой горизонт, достигая его, открывает следующий горизонт. То есть это эволюция развития таланта, эволюция развития дарования мастера. В основном представлены работы, написанные с натуры. Он, как художник, всегда делал зарисовки, казалось бы, обыденных жанровых бытовых сцен из жизни городов, таких как Москва, таких как Рим, таких как Мадрид, Париж, таких как Ташкент, город, в котором он родился. Андрей Есионов был принят блестяще своими коллегами за рубежом. Не говорю уже о наших выставочных залах, выставочных музейных пространствах. Он мастер многожанровый. Он и мастер портрета. Мы видим здесь портреты людей известных, внесших огромный вклад в нашу культуру, в ее развитие, в ее становление. Деятелей церкви, причем не одной конфессии, а трех ведущих. Чем отличается русская культура? Совестью. Вот совесть – это одно из понятий, которое определяет не только содержательный пафос или содержательный канву искусства, но и его суть. Вот наше искусство не утратило совести. И это мы видим и в работах Андрея. Это собирательные, гуманистические произведения, которые отражают наше образное мышление, нашу позицию, позицию России, многонационального народа в отношении к ценностям духовным, эстетическим, ценностям культуры. Культуры не только российской, но и культуры общечеловеческой.